Всем привет, с вами Флакон, и сегодня мы поговорим о еще одном моде для Minecraft 1.8.9, который называется Multi-Page Chest, который добавляет в Minecraft какой-то алмазненький сундучок, в котором овер до хера места, это одна страница. Здесь как в 4 обычных сундука вмещается, да, и тут их страниц еще и 5. Это просто овер до хера в таком маленьком сундучке, они как бы не стыкуются, это понятно, вообще пипец был бы. Как его крафтить? Мы берем 4 обычных сундука и 4 совсем обычных алмазика и получаем такой сундучок. Я считаю то, что крафт слишком дешевый, но это будет на совести разработчика мода. В итоге мы можем его поставить и, соответственно, пользоваться. Еще одна немаловажная вещь. В моем предыдущем обзоре была такая транспортер для сундука, чтобы можно переносить было сундуки. Можете обзор посмотреть на канале. Будет аннотация и подсказка. Он совместим с этим модом, вы можете использовать их в связке. Возможно, я когда-нибудь вообще сборку замучу. Можете поставить лайк и написать комментарий. Ну что ж, а с вами был Флакон. Подписываемся на канал, ставим лайки. Ссылочка на мод будет в описании. Всем удачи и всем пока-пока.